несли службу на 21-м километре автомобильной дороги Курск-Льгов-Рыльск. Увидели то, что к нам приближается пешком мужчина, который остановился сзади нас на машине Audi. Подойдя к нам, данный мужчина сообщил о том, что у него в салоне автомобиля находится ребенок, которому нужна срочная госпитализация медучреждения. Инспекторы откликнулись тут же, включили спецсигналы, движение на некоторое время даже остановилось, и нас с дочерью пересадили к себе в автомобиль. Со спецсигналами мы очень быстро... Мы миновали все пробки, примерно за 10 минут мы уже оказались в больнице. За что, конечно, хочется выразить, может быть, еще раз огромную благодарность. На здоровье. Все, Сонечка, пока. Выздоравливай.